Вітаю вас, це «Власний погляд». Про увічнення пам'яті мільйонів загиблих у Великій Вітчизняній війні, які, власне, своїм життям завоювали для нас право на життя, ми говоримо із нашим гостем Ярославом Жилкіним, головою правління Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна пам'ять». Вітаю вас, пане Ярославе. Що ви вважаєте найбільшим здобутком у пошуковому русі України за останні два роки? Самым большим достижением, я, наверное, считаю, что наконец-то за все года независимости, за эти более чем 20 лет, в позапрошлом году произошел процесс объединения, то есть консолидации войсковиков, в результате чего образовалась ВГО «Союз Народная память». В себя это вобрало представителей других поисковых организаций, которые работают в своих областях, это больше 20 областей на сегодняшний день, которые объединились под единой целью. То есть главная цель поисковых организаций – это, конечно, идентификация, поиск без вести пропавших, погибших, незахороненных бойцов, которые по сей день находятся в огромных количествах на наших полях. От щорічно пошуковці знаходять і проводять перепоховання тисячі солдат, воїнів, які загинули у Велику Вітчизняну війну. А які, власне, останні перепоховання, чи можете ви їх назвати? Всех не упомнишь, если честно. Почему? Ну, там, где, например, ваша организация брала участие. Ну, последняя организация, которая моя принимала участие, то, что сейчас я знаю, это было на хуторе Высоко в прошлом году. В этом году, я знаю, будет под Киевом 70, не помню сколько, но к 8 мая будет перезахоронение. Скажем, этот процесс идет постоянно. Ну, есть такая сложилась традиция, и это делать больше под какие-то даты. То есть ввиду того, что иногда не представляется возможным оперативно захоронить, да и нет такой надобности. Скажем так, формируется какое-то количество людей, которые вблизи каких-то могил, как правило, существующих мемориалов, находятся, так сказать, их павшие товарищи, и в существующие мемориалы идет под захоронение. От на вашу думку, завдяки таким пошуковим роботам, скажімо так, з року в рік кількість загиблих змінюється, збільшується? От яким чином? Ні, погибші залишились в такому ж кількості. Саме мається на увазі через, ну, скажімо так, завдяки таким відкриттям, перепохованням? Так, да, добувається безцінна інформація в місті, в результаті поискової роботи, камеральний такий от етап, поискової роботи, та, яка, собственно, не видна общественності. Общественність видить вже тільки фінал, красивий фінал, це гроби, це вінки, почетний караул і красиві слова. На самом деле это все сопряжено с большим трудоемким процессом. Это и архивный поиск, это полевой поиск. Естественно, тяжелый, иногда в очень тяжелых условиях. Это леса, поля, это бывает дикая жара. Поэтому добывается это все, скажем так, кровью и потом. И вся информация, она является бесценной. К сожалению, не всегда удается найти какой-то идентификатор, по которому можно установить имя. Но работая в архивах, работая, слава богу, на сегодняшний день существует большое количество архивов, в которые выложена всевозможная информация. Есть такой архив ОБД-мемориал, это архив Министерства обороны Российской Федерации, который оцифровал практически все донесения, все документы, связанные с потерями, с учетом потерь. И там есть, опять-таки, карты захоронения, карты санитарных захоронений, боевых захоронений, отрабатывая качественно которые, можно даже без идентификатора найти и установить личности тех людей, которые найдены просто в поле, без каких-то там обознавательных, ну, там, медаль или смертный жеток. Кто имеет доступ до этой базы, каким чином пересечный украинец может, скажем так, установить особу тієї чи іншої людини, свого родича, например? База имеет абсолютно открытый доступ, вольный, то есть даже непрофессиональный пользователь может зайти туда, может зайти по адресу ОБД-мемориал, это латинскими буквами, либо просто в поисковике в любом найти слово, забить мемориал, и сразу будет ссылка как раз на эту базу. Вот. Можно зайти туда и по простым, понятным алгоритму осуществить попытку своего поиска. То есть, например, Иванов Иван Иванович, да, и, допустим, 14-й год рождения. И выдаст все совпадения. Очень ценна та информация чем? Потому что она подтверждена ссылками на оригиналы документа. То есть все документы имеют какой-то образ. И при нажатии на, допустим, на такую-то личность, вы можете посмотреть документ, откуда взята эта информация. Часто в этом документе указывается, где он погиб. Это очень важно, потому что сейчас вот много появилось запросов пользователей, или людей, просто граждан, которые ссылаются на то, что они провели вот такие вот поиски
в этой базе и теперь узнали наконец-то, потому что бабушка говорила, что он без вести пропал, ее дедушка, ее муж. А благодаря таким поискам они уже установили, предварительный поиск осуществили. И они сказали, что он, оказывается, по донесению похоронен в таком-то селе, там 2 километра южнее, туда. И дальше упрощается задача. Осталось только найти, где он может захоронен, куда он мог в процессе укрупнения могил. Это в 50-х годах была такая операция, отдельная история. Вот, и попытаться такой осуществить поиск. Как правило, общественники обращаются к местным жителям или к представителям местной власти, и они помогают установить, установлен, не установлен. В случае, если он, скажем так, не обозначен на этом мемориале, а таких случаев у нас практически 70%, то мы предпринимаем попытки, инициируем изменения внешнего вида памяти. То есть добавить... Загалом, на вашу думку, які перспективи створення в Україні такої єдиної інформаційної бази, якої, на жаль, сьогодні немає? Ее нет, и надо себе дать ответ честный, что она давно должна была быть. На сегодняшний день в стране ни один человек, к сожалению, не может сказать, сколько у нас мемориалов, сколько у нас солдат похоронено в этих мемориалах. И самое страшное, сколько фамилий отображено. По моим данным, та информация, которая у нас есть, где-то порядка 30% фамилий только нанесены, остальные считаются неизвестными. Хотя все списки есть. Это большая, огромная проблема. Россия, насколько знаю, она предпринимает активные усилия в этом. В принципе, в нашей стране, конечно, необходимо давным-давно сделать инвентаризацию памятников. То есть инвентаризация, только целевая такая большая комплексная программа, она может решить эту проблему раз и навсегда. Создание электронной базы. Почему? Потому что без этой базы наши жители, к сожалению, ну и жители других стран, которые, ну, россияне погибли здесь в Украине, украинцы там в России, она не может быть только украинская. Она должна быть взаимо, скажем так, обращаемой, потому что Россия без нас не сможет полноценную базу создать. В том числе и мы не можем без России, потому что у них есть источники документов первичные. То же самое у нас хранится в разных фондах, тоже ценнейшие источники, которые надо собрать воедино, отработать и сделать инвентаризацию памятника, восстановить наконец-то эту несправедливость. Наскільки мені відомо, нещодавно в Києві пройшла міжнародна конференція пошуковців, які її головні результати, досягнення, і ще піднімалися ці питання. Да, про створення єдиної бази. Получилось. На славу. На ней присутствовали поисковики Беларуси, России, видные такие одиозные личности. И, естественно, максимально попытались пригласить всех поисковиков с Украины. Выработали, у нас были жаркие дебаты, споры, мы работали за круглыми столами. И попытались все-таки выяснить, какие же все-таки главные причины, скажем так, не главные причины, а главные проблемы, стоящие на нашем пути. Какие потребно вырешивать, конечно, да. И мы смогли выработать общие, обобщили эти все проблемы. Ну, первая проблема – это, конечно, недостаток консолидации усилий как и общественных организаций, межгосударственных, так и государственных структур. Поэтому мы в проекте нашей резолюции, в резолюции, мы приняли призыв такой и приняли план решения, то, чтобы объединять наши усилия. Скажу простыми словами. Поисковики, которые добывают бесценную, я уже говорил, какой ценой она находится, информацию, допустим, в Смоленской области, и среди которых находятся и украинцы, уроженцы Украины. Они обращаются к какой-нибудь организации в Украине, та пытается по своим каналам как-то искать. В общем, идет какой-то хаос в этом вопросе. То есть нету, напрашивается вопрос. То есть мы отработали эти все замечания. Точно так же наша информация, которая здесь добывается, она никуда не идет, никуда не попадает. То есть мы добываем эту информацию, но она никуда не попадает. Ни в один архив, ни в одну базу. Поэтому мы приняли решение совместно выработать некий единый центр общественных организаций. По идее, должен быть разработан какой-то механизм создания такого же центра на межгосударственном, не общественном уровне, а государственном, и который бы контролировал эту работу. Почему? Потому что мы не можем, мы без друга, мы не сможем, скажем так, эффективность наша будет очень мала. А загалом, чи плануються якісь спільні проекти між нашими країнами щодо святкування 70-річчя Великої Вітчизняної війни? Ну от недавно в парламент був розглянутий законопроект по ратифікації Душанбеських соглашень, який був підписаний 11 сентября 2011 року нашим президентом з оговорками. Він пройшов розглянення, був одобрений. Я так розумію, зараз повинно відбутися в скорому часі підписання президентом цього законопроекту. І я сподіваюся, він війде швидше в нього. Вступит в силу. Это очень замечательный инструмент. Почему? Потому что он как раз дает правовые основы взаимодействовать на правовых основах, да, между нашими государствами. Почему? Потому что до этого, ну, как если взять из примера, да,
обмениваться данными с Российской Федерацией, с Министерством обороны не получалось официально. Почему? Потому что нет механизма взаимодействия. Понимаете, это были добровольные какие-то пожелания. То есть как бы у нас не было правового статуса для того, чтобы обратиться в Центральный архив Министерства обороны, для того, чтобы нам дали какую-то информацию. Он говорит, вы чужая страна, извините. А в данном случае вот как раз появляется такой замечательный механизм. Естественно, можно будет сообщать, это добиться больших результатов. Ви, голова Всеукраїнської організації пошуковців, увійшли до складу Державної міжвідомчої комісії в справах увічнення пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній при Кабінеті міністрів. І є відповідальним секретарем цієї комісії. Які, власне, завдання стоять перед нею? Ну, комісія була створена давно, в 96-му году. Задачи такие, как ставились и остались. Они, первое, это, конечно, взаимодействие, координация в деле поиска и увековечения, учета сохранности памятников, взаимодействие между центральными органами исполнительной власти, это между общественными организациями, специализированными предприятиями, которые занимаются данной тематикой. Это, конечно, исполнение международных обязательств Украины перед другими странами, как на территории Украины, так и за территорией ее. Это обращение граждан, это изучение опыта других стран для того, чтобы лучше воплощать, естественно, делать какие-то изменения. Это рассматривать, координировать работу по улучшению законодательного поля нормативных каких-то актов, которые могут оптимизировать работу в деле поиска и увековечения памяти. Расскажите, будь ласка, про планы вашего власного союза «Народна память» на ближайший год. Ну, в принципе, это, конечно, продолжение работы в том же режиме, как и раньше работали, то есть это координация работ поисковых отрядов. То есть возникают какие-то проблемы, какие-то недоразумения на местном уровне, мы, конечно, пытаемся юридически и другими способами помогать. Естественно, я бы разделил эту работу на два этапа. Есть та, которая скрытая, она не видна. То есть у нас много в общественных организациях работают специалистов, которые очень хорошо знают законодательное поле, проявляют очень много инициативы и подготавливают огромный массив документов, которые ложатся потом в основу законопроектов, каких-то нормативных актов и подзаконных актов. Эта работа не видна, но она проводится, поверьте, очень много. Она не видна также архивная работа. То есть мы усиливаем сейчас архивные свои службы для того, чтобы отрабатывать огромное количество, повторяю, запросов граждан. На это уходит много времени. Ну, естественно, скажем так, будут громкие события, удалось прорваться в архивном, скажем так, направлении и добыта такая очень бесценная, интересная информация. Я надеюсь, в этом году у нас будет очень цепь такая ярких событий, но об этом преждевременно говорить. А загалом популярным стає реконструкція бойових дій, кого саме залучають до участі? Да. И чи планується в цьому році? Ви знаете, в прошлом году нашли, скажем так, взаимодействие с такими вот людьми, как реконструкторы, такое движение. Они считаются нашими союзниками. То есть мы, скажем так, половина поисковиков так или иначе участвует в самих вот этих военно-исторических реконструкциях. Я смотрю по тенденции, то есть это становится все популярным увлечением. Я думаю, это очень хорошее и нужное увлечение. Почему? Потому что человек, который погружается в такое хобби, можно сказать, он изучает волей-неволей историю, тактику ведения боя. То есть, ну, в любом случае, человек, который чем больше знает об этом периоде, он становится большим патриотом. Чи залучаєте ви до своїх лав молодь, оскільки зараз такими популярними стають і проведення військово-патріотичних ігор, наприклад, «Зірниця»? Ну, именно в «Зірниця», может быть, мы не занимаемся, именно в таком виде чистом, но мы активно, конечно, занимаемся, вот позапрошлом году мы проводили, в этом году обязательно будем проводить с привлечением именно школьного периода, ну, старшеклассников. Есть богатый опыт, когда с большим удовлетворением смотришь, когда приезжают на вахту дети, туристы, уезжают оттуда уже патриотами, потому что совсем другими взглядами на войну, на историю, на все. То есть это видно, другие люди возвращаются. И что вы знаете про инициативу створения «Дзвона перемоги»? Ну, на мой взгляд, это отличный проект, который мы, кстати, на конференции он был озвучен. Как раз он будет втілюватися у життя нашими країнами. Я очень надеюсь, что это будет, скажем так, самым центральным таким гвоздем программы, да, ну, то есть центральным событием по празднованию 70-летия Победы. Или, ну, скорее всего, а к этому приведет. А где он будет установлен, еще возглавлен? Ну, я так выработал такое общее мнение. По идее, было бы очень символично поставить его на стыке наших трех государств. Ввиду того, что все-таки мы воевали когда-то плечом плечо, наши деды все не различают национальности, гибли и также самоотверженно сражались на этом фронтах.
И я думаю, как раз будет символично на стыке этих трех государств, это вот называется «Три сестры», я думаю, там выдрузить. Ну, это будет наше предложение, поддержит, не поддержит. Я надеюсь, очень надеюсь, что этот проект будет поддержан на государственном уровне других стран. Это Белоруссия, Россия, Казахстан. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Ярослав Жилкін, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна пам'ять». Залишайтесь на парламентському. Побачимось.